Здравствуйте, меня зовут Казина Анна, и это видеозащита проекта «Разработка приложения для помощи бездомным животным», авторами которого являюсь я и моя напарница Бобок Елизавета, ученица 10 класса. Наше приложение называется Honey Pets, что в переводе с английского означает «милые животные». Хотелось бы обратить внимание на дизайн иконки нашего приложения. На заднем плане изображен дом, на нем большое красное сердце и рука человека, тянущаяся к лапе животного. Символы доброты, любви, понимания и заботы. Слоган нашего приложения «Bring good at the world», что означает «приноси добро в мир». Название нашего приложения и слоган написаны по-английски, потому что мы планируем расширить пользовательскую аудиторию, чтобы наше приложение знали не только в России, но и во всем мире. Поговорим о целях и задачах нашего проекта. Целью нашего проекта является создание прототипа и приложения для помощи приютским и бездомным животным, а также для помощи неравнодушным к ним людям. Также целью нашего проекта является продумать то, как ввести приложение в эксплуатацию. Для достижения цели мы поставили себе задачи придумать концепцию приложения, создать дизайн приложения, сделать прототип в программе Proto.io, написать программный код по созданному прототипу, встретиться с владельцами приютов в городе Москве и заинтересовать их в нашем приложении, создать странички нашего приложения в социальных сетях, впоследствии запустить рекламу, а также найти спонсоров. Во время работы над проектом мы использовали такие методы работы, как анализ, наблюдение, связь с общественностью и использование компьютерных технологий. Во время работы над проектом мы задались вопросом, кто же будет нашей целевой аудиторией. Мы разделили целевую аудиторию на первичную и вторичную. Первичной целевой аудиторией являются люди в возрасте от 20 до 40 лет. Примерно в этом возрасте люди начинают работать, задумываться о благотворительности, а также неплохо владеют компьютерными технологиями. В России насчитывается около 150 приютов и около 30 в Москве и области. В московских приютах живут около 17 тысяч животных. Когда мы занимались поиском приюта, на первой страничке, которая открылась, мы увидели весьма печальное обращение. Приют переполнен, требуются волонтеры и любая возможная помощь. Также из-за низкой финансируемости приютов животных иногда кормят самым дешевым кормом, который может буквально состоять из опилок, что, конечно же, вредит здоровью животных. Мы предполагаем, что нашими будущими партнерами смогут стать зоомагазины или фирмы, производящие корм. На слайде представлены примеры фирм, производящих корм, которые, скорее всего, смогут стать нашими партнерами. С моей напарницей Елизаветой мы продумали, как продвигать наше приложение. Для этого мы создали страничку в социальной сети Instagram. Думаем создать странички в других социальных сетях. Планируем запустить собственную рекламу. Стоит отметить, что одной из задач нашего проекта является встреча с владельцами приютов. Именно тогда мы планируем распечатать бумажную рекламу и повесить на доске объявлений. В нашей школе учатся практически 7 тысяч учеников. Наша школа каждый год помогает приюту Берта. Сделав рассылки во все беседы класса, мы сможем получить свою собственную пользовательскую аудиторию и внимание. А сейчас я хотела бы рассказать вам и показать прототип нашего приложения. После этого мы видим интерактивную карту, на которой есть поиск приютов по названию или адресу, и интерактивная карта. Там есть кнопочки приютов на их местоположении. Нажав на этот приют, выйдет список волонтеров, благотворительность, животные и контактные данные. Нажав на кнопку волонтера, мы можем посмотреть, какие волонтеры требуются, а каких уже достаточно. А также можем отправить свою анкету. Зайдя в кнопку благотворительность, мы можем посмотреть, что не хватает животным, а что есть в наличии. Можно отправить деньги на пожертвования, можно подключить ежемесячное пожертвование. Также можно выбрать способ оплаты. После этого переходим в кнопку «Животные». Мы можем взять животного под опеку, которое нам приглянулось, из указанного приюта. Чтобы взять животное под опеку, нужно оставить заявку на то, чтобы посмотреть, какое у него поведение, и поговорить с
хозяевам приюта. Зайдя в кнопку «Меню», мы можем посмотреть часто задаваемые вопросы и ответы на них. Можем посмотреть контакты разработчиков. Можем зарегистрировать свой приют, если мы являемся владельцами приюта. Для этого нужно оставить свою заявку на регистрацию. После этого с вами свяжутся разработчики и дадут специальный код, пароль. Есть кнопка «Редактировать приют» для владельцев приюта. Можно поставить, какие волонтеры требуются и какая благотворительная помощь нужна. Также можно создать новые анкеты для животных, живущих в приюте. Можно посмотреть анкеты волонтеров, принять их на работу или отклонить их заявку. Филантропы – это люди, которые жертвуют деньги на развитие приюта. И мы решили добавить список филантропов и топ-филантропов. Также можно, если вы хозяин приюта, посмотреть, какие заявки на опеку были присланы. И всю информацию, которую смотрят пользователи, которую дают пользователи о себе. На мой взгляд, самой сложной частью этого проекта является именно кодирование. Мы выбрали кодирование на JavaScript, и это правда оказалось очень сложно, и мы не успели доделать все, что хотели. Сейчас я покажу вам то, что мы успели сделать. Итак, сейчас я покажу вам уже готовое приложение, которое мы успели сделать на JavaScript. Есть интерактивная карта, на которой есть данные о приюте. По списку приюта по поиску, по названию можно найти приют. Можно стать волонтером, отправить свою анкету. Работает кнопка «Благотворительность», работает кнопка «Животные» с фотографиями, именами и описаниями. Также есть информация, адрес, режим работы, контактный телефон и почта. В остальных приютах все то же самое. Я очень благодарна родителям, друзьям, учителям, всем, кто помогал мне сделать этот проект лучше. А также спасибо большое тем, кто посмотрел это видео до конца. Я бы хотела продолжить работу над этим проектом, и я очень надеюсь, что он вам понравился.